Приморье состоится первый всероссийский молодежный театральный фестиваль «Место силы. Владивосток». Во время фестиваля на гастроли приедут труппы академических театров России, музыкальные коллективы и известные деятели кино. Владивосток – город, где любят гостей. Владивосток – город молодых. Недаром мы вместе с Москвой, скажем, стали столицей молодежной нашей страны. Мы долго шли к этому, постоянно на протяжении нескольких лет нам не хватало буквально каких-то там сотен голосов. И это говорит о том, что молодежь рвалась к этому, скажем, символу молодежной столицы. И те фестивали, которые пройдут, и этот театральный фестиваль, и у нас спортивные международные студенческие игры и слет молодых ученых, безусловно, будут являться таким ярким обрамлением такой высокой культурной, научной, образовательной жизни нашей молодежи. Почему это так? Почему Владивосток – город молодых, город очень энергичных людей? Там находится у нас университет, у нас масса театров, у нас год культуры России в Китае, поэтому мы увидим еще множество и китайских коллективов, которые приедут со своими спектаклями, приедут со своими концертами. Поэтому будет полноценная жизнь. Театральный фестиваль станет одним из символов Владивостока как молодежной столицы России. Спектакли пройдут с 22 по 24 июля на ведущих культурных площадках Владивостока. Юлия Рогоцкая, Диана Иванова. Новости на Восьмом.